Всем здравствуйте. Сегодня видео будет о рычаге переключения на мотоблок МБ-1. Кто смотрел прошлое видео, видели, что я начал собирать мотоблок. Ну, у кого есть такие мотоблоки, ну, типа Каскад, Нива, вот у них вот здесь вот, ну, просто рукой надо дергать. И это не очень удобно. От, ну, руля далеко приходится ставить и переключать. Но также у меня вот этих запчастей не было. Ну вот сюда вот я втулку нашел, просто вот отверстие просверлил и резьбу мне и нарезал. И просто втулку одел, ну, чтоб не ходила ось туда-сюда. Здесь будет вот переключаться вот этой вот, это самая главная запчасть. Вот я ее сделал, это вот подшипник с генератора, ну, генератор от пятнашки, я точно знаю, что был это генератор. И, ну, вот этот подшипник взят, нашел трубку, вот она толстостенная, как бы. И с этой стороны, ну, с одной стороны я ее сточил, чтобы она входила, ну, в подшипник. А с этой стороны я ее развальцевал. Вот здесь вот развальцовано. А верхнюю обойму, это кусок, ну, как она, муфта. Так, она муфта на 32, похоже. Да, вот. Просто кусок отпилил. И она, ну, я подобрал, чем пробить, чтобы резьбу замять. А так можно, если старый подшипник есть, то подшипником. Она почти туда входит. Чуть-чуть надо только резьбу. Ну, забивается. И вот кусок отрезал, выровнял. Ну, а здесь взял пластинку, вот вырезал и приварил. А с этой стороны просверлил отверстие и, ну, нарезал резьбу. Вот она сюда вставляется так. Эти вот, ну, болтики будут в паз вот затягиваться. И она не будет ходить. А здесь будет, ну, вот я такой вот уже штырь сделал. Ну, он ржавый был, я его зачистил. С этой стороны болтик приварил. Ну, под вот ручку такую. У меня валялась она. Ну, не знаю с чего. Может, с УАЗика. Ну, не знаю. Просто валялась. И вот она вот сюда будет вставляться. В это отверстие. А здесь будет как бы упор, ну и она будет как бы это, ну, переключать, туда-сюда ходить. Ну, это я примерно такую систему не сам придумал, а в интернете видел. Ну, примерно там не так маленько сделано. Вот сейчас думаю, куда сделать упор. Или вот на эту пластину прикрутить или прямо к этому приварить сюда. Ну вот как надумаю, сделаю, потом сниму. Рычаг я доделал. Вот я еще не сказал, что вот это вот, ну вот, в наружной обойме тоже завальцовано с обоих сторон. Ну, взял молоток и по краю простучал. И теперь подшипник там, ну, внутри он не выскочит. Ну, здесь поэтапно не стал снимать. Тут что тут, тут все понятно. Ну, правда, я вначале вот эту короткую сделал, вот до сюда. Ну, вот она. Потом пришлось вот эту вставить. Иначе у меня, ну, очень маленький ход там был.
Ну, не было фиксации. А сейчас вот я... Как ее снять-то? Вот. Тут как бы пазы такие. Вот она включилась. Ну вот, вот так вот видно, что вот пазы вот это будет. Вторая скорость в середине, нейтраль, и вот под этот рычаг. Ну она как бы тут плотно прижимается вот. Так просто она не перескочит. Ну чтобы включать, надо крутить. Одной рукой я не могу. Ну и вот. Отсюда вот тоже из-за руля все это удобно. Вот свободно достаю, переключаю. Вот. Ну, надо бы еще покрасить, но сейчас на улице уже холодно. Красить только на будущий год, наверное. Ну, может, двигатель, когда все сделаю, куплю, тогда, может, и покрашу. Ну, а сейчас я это видео закончу. Всем спасибо за просмотр. Может, кому-нибудь это видео будет полезно. В принципе, удобнее, чем вот здесь вот дергать, это далеко тянуться. До свидания.